Я передаю слово нашим давним-давним и очень хорошим партнерам, которые поддерживают нас и участвуют в деле моды многие-многие сезоны, с успехом показывают на подиуме свои замечательные изделия. И также в Кубах вы сможете на деле моды также любоваться этими прекрасными часами, потому что речь идет об известнейшем российском часовом бренде «Ника». И я с удовольствием передаю слово представителям этого бренда. У нас сегодня в гостях директор департамента маркетинга холдинга «Ника Групп» Татьяна Логинова и коммерческий директор компании «Кит» Карина Маслова. Полностью с вами согласна, коллега, что наша ювелирная школа действительно впереди сейчас находится, и очень многие наши разработки, очень многие наши новшества, которые мы сейчас вводим, они действительно уникальны, не имеют в мире аналогов, и действительно для нашей страны это огромная гордость, особенно то, что касается ювелирной промышленности, как вы сказали. Я хотела бы рассказать сегодня о двух брендах нашей группы компании «Ника Групп». Это о бренде «Ника» и о бренде «Квилл». Бренд «Ника», как вы все знаете, это народный бренд, который с успехом сейчас продается как в России, так и на многих международных рынках. Это полностью ювелирные часы, которые делаются из золота и серебра. Но сейчас мы пошли дальше и реанимируем такую технологию, которая называется биколор. На самом деле этой технологии больше 100 лет, но сейчас на нее возобновляется тренд. И «Ника Групп» сейчас будет первой компанией, которая запустит биколор в сочетании именно золота и серебра. Наверняка очень многие из вас знают, что биколор, в принципе, используется очень многими марками. Да? Казалось бы, что мы сделали первыми в этом случае? Такие марки, как, например, Cartier и Omega, да, тоже очень часто используют эту технологию, но она используется в сочетании стали и позолота, например, или золота и стали. Но никто не работает с серебром. К чему стремится «Ника»? Это то, к чему стремимся мы, как сотрудники компании «Ника». Мы хотим сделать Россию не только ювелирной державой, не только часовой державой, но мы хотим сделать так, чтобы каждый человек в России мог позволить себе ювелирные часы. Ну, особенно девушки. И самая, конечно, наша большая цель и задача – сделать так, чтобы у вас была целая шкатулка ювелирных часов. И в данном случае с нашим продуктом это возможно сделать. Также буквально в двух словах расскажу о нашем втором бренде. Это бренд «Квилл». Особенность этого бренда в том, что он зародился в Ницце и был сделан полностью для европейского рынка. С учетом всех европейских тенденций, а как вы знаете, некоторые тенденции и некоторые тренды в России и в Европе различаются. И он отличается от «Ники» тем, что здесь облегчен непосредственно сам корпус. То есть вес корпуса и вес драгметалла, он достаточно легкий, и здесь делается больше акцент непосредственно на уникальный дизайн. Часы-трансформеры, которые представлены в бренде «Квилл», они уникальны, они не имеют аналогов сейчас в мире. Их особенность в том, что вы можете, имея один корпус часов, полностью собрать свой ювелирный образ целиком. То есть у вас отдельно есть ремень, у вас отдельно есть корпус часов и у вас отдельно есть ювелирные накладки. Мы заметили, что очень много, особенно девушки, да, постоянно хотят менять свой образ. Поменять ремень на часах – это тяжело. То есть для того, чтобы вы смогли изменить ремешок на своих часах, вам нужно их взять, подойти к мастеру. Это займет время, да, это нужно иметь умелые руки, да, которые умеют это делать, либо это нужно иметь целый набор инструментов для того, чтобы ремешок поменять. Естественно, девушки не хотят это делать самостоятельно. Это нас натолкнуло на то, чтобы изобрести такой корпус часов, где ремень меняется в течение 15 секунд. Девушки, это действительно так, кто хочет, может сам лично подойти и попробовать. В течение 15 секунд вы меняете ремень, в течение 30 секунд вы имеете полностью новые часы. Каждый сезон мы выпускаем ювелирные накладки. Это полностью ювелирные изделия из серебра и кристаллов. Это сезонные коллекции, как зима, лето, весна, осень, так очень много тематических коллекций, которые выпускаются под определенные праздники. А также ремни у нас меняются, ну, наверное, я не знаю, раз в месяц у нас пополняется коллекция точно, разноцветными цветами. Мы следим за трендами в пантонном и пытаемся
полностью соответствовать именно оттенкам, которые хотят наши девушки. Да? Например, вот в прошлом году был потрясающий модный оттенок канареечный, который мы также представили в нескольких оттенках в наших ремнях, было воспринято на ура. У нас есть несколько корпусов разновидностей, несколько циферблатов. Все это полностью ювелирные корпуса, сделанные из серебра. Поэтому, если кто-то хочет, может подойти сам лично посмотреть, убедиться, что это очень быстро меняется образ. Добрый день, меня зовут Карина, я представляю бренд ювелирных письменных принадлежностей «Кит». Я понимаю, что для всех это слово новое, поэтому я вкратце расскажу, кто мы и что мы. Давным-давно мы задумались на тему того, что в России нет производителей, которые занимаются достаточно на серьезном уровне производством ювелирных письменных принадлежностей. Ручка отвечала всем модным мировым трендам. Ну и естественно, чтобы она была доступна по цене для нашего российского обывателя. Поскольку на сегодняшний день все знают, так как мы работаем в ювелирке, что каждый человек хочет иметь что-то индивидуальное, что-то уникальное. Поэтому мы в своей линейке разработали две коллекции, которые ориентированы на конкретные характеры, на конкретных людей. Вот, например, хочу рассказать вам о коллекции Professional. Вот, не знаю, насколько это будет видно, но, возможно, будет видно отсюда. Является мощным айсстопером, будь то на ювелирной витрине, будь то в интернет-пространстве. Это коллекция, с которой начинаются все самые первые продажи. Также в этой коллекции есть винтовка Мосина, клип, естественно, из серебра, и есть автомат Калашников. Это может быть потрясающим подарком для военного, бывшего военного и людей, которые, в принципе, к армии не имеют отношения. Более того, стиль милитари достаточно давно вошел в нашу жизнь, и в этом году он также является трендом. И про вторую хочу рассказать, очень характерную коллекцию. Она основана, она ориентирована на женщин, на девушек, на прекрасную половину человечества. Вот, надеюсь, отсюда тоже будет видно. Наверное, у всех будет первая ассоциация, что ручка похожа на губную помаду. Она так и задумывалась. Называется эта коллекция Lip Skit. Ну, аналогия с губной помадой. Ручка, выполненная из акрила в сочетании с серебром. Сейчас я вам покажу. Ага, спасибо. У нее съемный колпачок, колечко из серебра с фианитами и конус серебряный. Есть широкая цветовая гамма. Ручка легкая, стильная, современная. Она может находиться у девушки в сумочке, у девчонки в косметичке, на рабочем столе. Безусловно, в нашей коллекции присутствуют еще и классические ручки, с которыми тоже можно будет отдельно ознакомиться. Вот, на этот год у нас очень большие планы, в принципе, по продвижению этого бренда на российском рынке. И я думаю, что пройдет какое-то время, и мы займем нишу серьезного крупного производителя ювелирных письменных принадлежностей на российском рынке. Ну, а там, может быть, и будем и дальше расти. Мы будем участвовать на майской выставке, мы будем презентовать новые коллекции на сентябрьской выставке.